Не стыдно? О, Звать так меня сейчас, или часть на самолета серьезно, вагоном? фуд. А, у нас токен реально никому не нужен больше, кроме как раз. Я и то на офспек его как бы. Так, а чё ты не ролишь протест? Если тебе на мейн? Пиздато второй рейд, блядь. Блядь, мне уже нравится. Так это друидовский токен, у нас он в первом рейде что, самый душный, по-вашему? Ну да, то же самое. Там он нужен вов бро и все. А может ЧПшку? Конечно, локовский. Сейчас начнут на локовский ставить с двадцаткой приоритета. Карл, у тебя это есть? Не, ну ты как знаешь, конечно. Ну, каждый рисует сам себе этот бис-лист. Типа, поэтому Ну, можно сказать. у меня чест в сурве крафтовой, у Невера нет в меме. Там каждый сам по себе. Ну ладно, что как раз КЦ. КЦ, да. А, игрок не найден. Подожди, так, ну, Карас же сказал... Протест на мейн спек, алло. Не-не-не, подожди, протест же мейнил. Да, он да, на да. мейн спек, я на оф. Все. Понял. Закидайте помидорами этого РЛа. Блять, камера сломалась еще. Хоть не очень день. Ну включи камеру этот, мы твой потолок посмотрим. Только разрешение получше поставь. Знаешь, когда она багается, и она тебя как ее не поверни, она все равно сама поворачивается в определенную сторону. А, да, бывает, заебывает, пиздец. Угу. А ты прямо встанешь? Ух ты. Кинроки, они хуйня ли они? Они вообще не берутся в комнате. На меткости ж у тебя хуево тонна. Пояс нужен какой-нибудь? Шаманы. Что там за пояс? Это бесплатно. Это говно не, полное. На шаман это, по идее, писовый в этом контенте. Да. Как ты вообще можешь так считать? Критом? Крит М5? Да, крит М5. А больше нечего, а шаману просто СПДшка нужна. Ну, тканевый какой-нибудь взять лучше. А нету. Не кожаного, не тканевого? Не кожаного, там спирит, это еще хуже. Тогда 32 лучше, не? По-моему, у меня не получается, что 32 лучше. Ну ладно. Язык spellbound, не слышно ничего. Ну, он написал no lock, no locked, вон ак. Приор в минус написал. А, да, Челик выиграл с приором 0, ему дали еще больше ГП, приора минус, он написал. Ага, понимаю. Голова кому-нибудь нужна? А, кому-то нужна, исполина нужна. А, там колечко на танках, хорошее. Остров а, плюс Кара лучше. Гаснип тебе, она не надо. Остров плюс Кара. А острова еще срать и срать. Да. Бля, остров, не, по идее, вот это кольцо лучше, чем Скара. Что туда можно суки уебать? На танка нет. Нет, хуже. Ну, в смысле кастерство. Хуже. А, на кастера лучше. Нет? У нас слог есть? Ой-ой-ой. Ну, я считал, что хуже. Но, возможно, и лучше. Да, я винстер, заходите. Интересно, умрет? Мне, пожалуйста. Я считал так, эти кольца я считал на глаз, потому что, ну, типа, в целом не важно, это голова падает. Да. Я считал, мне не понравился результат из головы. Пиздец, идеально, это душнило, конечно, ужас. Бля, чувак просто из инста выходил. А чё, все остальное не ролится? Там больше ничего нет. Сумка на 20 для пацана. Оооо, сумку да, типа, нужно ролить. 22 ячейки, как-никак. Я на просто на 20, там даже не съедет. Кто у нас там выиграл? Что у нас там выиграли? Исполин. Значит, говхил обратно спекайся. Да, говхил обратно. А у тебя на ханте на этом нету? Кого? Ну, я того бая пишу. Ну, у меня на КД все. Понял.
А что ты на РТ типа, так редко ходишь? Что с тобой? У меня сделали график ночной, ребят. И я с 8 вечера теперь на работу ухожу. И у меня всего 2 дня в неделю получается из-за этого. Ну там чека расписание может будет выпадать, ну. Да я бы с удовольствием походил бы. Увольняйся, я всем так говорю. Мешает реальная жизнь Вовке, нужно что-то менять в жизни. По-любому. А то получается какой-то задрот реальной жизни. Ну прям такое. Вот таким бы. Вообще ужас. Мне кажется, пора ГП давать тем, кто на работу ходит. Вместо Вовки. Невер первый лутает. Не, слышишь, я по работе, типа, когда... В смысле, я когда я тебя утром зову на остров, ты такой, бля, я на работе, надо такое КП давать. Подожди, хуйня какая-то, это не блядь. РТ, это да, не нет, РТ. Все равно хуями пахнет. Ну, блядь, ладно, я, блядь, буду говорить, что опаздываю, и у меня, блядь, машина врезалась в окно 9-го этажа. Каждый раз буду оправдываться. Не, типа, если будем в 8 утра собираться и за 30 минут просить, окей, вперед, я буду раньше. Блять, в 8, сейчас бы просыпаться, охуенно. Сейчас бы вообще просыпаться. О, вот это понимаю. Не, мои охуительные идеи, они почему-то все мимо, как бы. Я предлагаю, типа, за трансмоги, типа, ГП давать, а ЕПшку, кто красивый. Такое. Так, смотрите, что у нас? Нам, давайте будем разделять. Один танк берет Олма, второй этого придурка. У нас есть 4 танка, а тут есть Берсон. А зачем? Нам нужно... Там 3 нужно. Не, Олма с Крошем ты вместе там. Ты думаешь, да, король и двоих это... можно сдержать в одного? Да, мне кажется, так лучше будет. Потому что Олм и Крош это, блядь, два зверя, которые шотнут 100%. Так просто Гиру на нем сдать, да? Просто мы в первом раунде... Да, ты уверен? В первом рейде мы его убили. Потому что... Ну ладно, давай. А, так, у кого у нас есть спек? Оптикс, Расмус. Давайте. Колдуйте своего в спеке. Расмус, у тебя нормальный танк? У меня есть, если что-то. Да, нормально. Хорошо, давай в танка. И оптикс танка. Так, кто из них посильнее? Ну, наверное, Исполин, ты тогда крестик. Просто его берешь. Мы играем в черепочек. Кто у нас есть? Расмус. Разве не Ома первым? Дом надо с Герой, блядь, Лока первым, блядь. Да, он же там, блядь, все проблемы закончатся. Подожди, вот это Лок, черепочек сейчас Лок? Да, черепочек. Да, а, по-моему, это маг, нет? Нет, это призыватель. Ну ладно, я не шарю. Призыватель это Вок? Да. Все, хорошо. Тогда... Раз. Сейчас посмотрю на танков еще чуть-чуть. Да. Расмус, ты берешь троих. И куда он их ставит? Там, где печенька? В стеночку, чтобы его не откидывало? Угу, окей. Тогда Исполин, ты берешь крестик и его держишь, а Оптикс ты берешь черепочек, и мы в него заливаемся. Может, наоборот? Нет, как раз ТКшка пусть берет, он более живучий, берет того, кого мы будем дольше бить. Так, это мне слева направо троих брать, да? Да. Короля и ромбик с печенькой. И ты ставишь... Нет, ну, слушай, подожди, Донт. А у кого сильнее там? Пускай Оптикс возьмет короля плюс троих, ДКшка возьмет череп. У него у Оптикса слабже танк. Мне кажется, сильнее наоборот. Уверен, потому что я не особо.
Потому что тут две тринки нормальные на Расмусе, у Оптикса, но просто хпшка 170. И уклонение. Зачем ему уклонение на боссе, который только кастует? Ну как хочешь, ладно. Короче, в кого напуливать? Погнали, ёб. В Расмуса частицы две штуки закиньте. Череп тут танчит. А череп у нас танчит как раз таки Оптикс. А, Расмус берет этих... Что? Что-то супер нелогично. Почему? Ты ставишь паладина танчить первого, танчить, сейчас с него сорвут. Надо ДКшку первую. Так какой? Да. У нас 4 на пула. Рост. Кто я сорву. Блядь, давай попробуем. Все, пробуй. Давай, блядь. Пиздец. 4 на пула, Рост. Что это такое? Все готовы. Давайте, по ДБ ему. 5, 4, 3, 2, 1. Геру дай. Короля, заберите с рейда. Что такое? Карас БР спеллбаунта. Как раз. Исполин, прошмись. Дай какой-нибудь зелень. Пока спеллбаунду. Протест БР Кару. Шепе, дай гимн нормально. Прохил. Сейчас ёбнет. Блин. Забери на себя Олма. Я в Д3 добивайте его просто. У нас ПРов нету, да? А, Кару есть ПР? Нет. Ну, Кару есть. Карас. Уже БР. Мне пишет, нам не нужен БР. Зачем? У нас двух танков нету. А кто сейчас танчит этого кроша? Флэш танчит. Сейчас у меня полетит. Понял. Раз, на самом деле, затаунтит на себя крош. Протест. Протест опрохил сейчас. Протест шот. Нет. Не, ну мы падаем. Ну, я не знаю, то ли у Расмуса сначала не было праведного, то ли почему так этот... Почему пошел по рейду весь этот... Может, в 3 танка все-таки, а? Мы в 3 танка. 3? Угу. Да. Мы сейчас разведили. Так вы дайте их поставить. Так а ты... Ну, их никто не бьет, их просто хилы срывают. Ты просто... Ну, тебе не нужно их ставить в кучу. Ты просто агрон бери на всех по чуть-чуть и все. А у Е печать и да. Праведная. Да там это молот кинул, наверное. Потому что... Ну давай, я щитом просто троих скурил. Может, я тоже в танк аспектнусь, короля отведу? Да нет, конечно, не нужно, нет. У нас так ДПС мало. Нам сейчас всего хватает, просто здесь типа вот получилось тупо с этим. Хуйня получилось, короче. Так, бросаю СС на спеллбаунда. А Нелла на Кару. Тайр, а нет, у тебя вряд ли есть танк. У меня есть танк. А он более-менее? Покажи его. Сейчас. Ну подожди, Донт, у нас же ты видел, раз вообще не пробивало.
Расмусов нет, я хочу просто оптикса поменять. Чтоб там две ДКшки стояло, двух кастеров держало. Надел танк. Ну так. Не-не-не, пусть оптикс будет. Ну да, ну да, конечно. У флеша же танк есть, разве нет нормальный? Так, флеш танки. Нет, флеш вряд ли. Нет. Каску, дайте каску. Давайте, full rebuff. Смотрим, поготовим. То же самое, только, ну, отведи троих. Кулак порогом. Дон, ты можешь, пожалуйста, ДБМ заанонсить? Мне почему-то не пишет твой. Хотя бы там 2 секунды. То же самое. Кулак. Оптикс, ты также берешь черепочек и его держишь. Исполин берет крестик и его держит. А типа последний рычаг. А, наверное, это кулак паладина. У кого там из паладина в кулак? Кто вообще в рейдерке остался? Флэш, давай кулаки. Точно. Ну что там? Четыре, три, два, один. Слепоглаз забери. Минус. Кару, Бэр, Исполина. Оптик, забери на себя череп, крестик пока что. Прожмись. Все. Оптик, запрохил, прохил. Ревность не стрелка. Кару, Бэр, Войда. Кару тут? Бэр, Войда. Пизда, блять, а у нас эти умерли оба танка уже за это. Я на себя Детер сейчас поймаю. Блять, Детер не... А, понятно, он пробивает. Да, как Исполин умирает? Он же одного моба держит. В два холи пала. А чего у нас это не поднимают танков-то? А потому что уже нет БРов. А, понял. Спальни, ты сопротан? Нет. Так сопроты пить надо. Поэтому и прошибается. Подожди. Ну блин, реально, а вы тебе предлагали танчить двоих? Вот типа кроша плюс этого, плюс не, оба, если одного в том, человека не, может его держать. Короче, надо первым мага хуярить, потому что он ваншотит этой хуйни, блядь. У лока да, это... такие же обилки. А лок собак не спавнит, и еще собаки будут бегать. Не-не-не, лока надо первого убивать. У лока одинаковые обилки, просто другой этот. Другая штука. Давай я на страховке побуду. Давайте я на подстраховке побуду. У нас есть нормальный саппорт ВГБ? Дайте Исполину, пожалуйста. У меня с собой только маленький.
Давай. Я сейчас дюсы поставлю там. Сижу и все. Если вдруг танка сложит, я заберу. Ну, там щит пиздить надо. Но он не такой длинный, он там не два класса выдерживает. Дживса слева поставил. Кому нужен, чинитесь. Папчикс, у тебя есть собрат? Тоже сейчас дашь мне обмен. Донт, так мне побыть на подстраховке, нет? Не, не надо. Сейчас с сопротами выживут спокойно. А руки не доходят до кожавки еще. Текста запа без чарки. Там его можно танчить, но тут на два каста хватит всего лишь. А он не так часто его обновляет. У кого банки закончились, перепейте, обновите все. Больше ты с мастером? А хрипат и седых холмах, спросите, он твинком пойдет, нет? Крепатый. Я напишу. Давай, Вась. Да. Да, все молчат. Мне кажется, тут Бизони сегодня будет. Угу. Да, еще людей будем добирать на ИК. Ну, вот так вот. 5 человек не пришли. Ну, если Литл Спьер нам придут, то нормально. Могу и... Можно инсулинку позвать танком, кстати. Да. У него танк хороший. Точно такой же, здесь типа не в силе этого. Тут просто опыт много. Так пускай сами скажут как раз. Он уже сам видит, когда его начинает прошибать. Он же с голосом. А что там? Да, протопал, пускай сами говорят. Ну что, мне что, у меня две прожимки, и все, я больше ничего не, не сделаю. Козленка откатится, вы уже убьете. Ой, без собак нету. Ну что, все готовы? Так, да, все готовы, давайте так же добавим. А, подожди, Невер, ты риснул? Все, все, давай, все. Своего пса. Так же лук, да? Да, готов. Да-да-да, ок, так же бьем. 5, 4, 3, 2, 1. А я так же сам отбьет. Что с оборотом, что без. Кучерс, ты не того танчишь? О, уже меньше. Ты не того танчишь? Испаление. А, поменяйтесь, оптик, забери на себе черепок. А какой смысл уведи печеньку? Подальше от нас уведи ее. Испалин, отпусти печеньку. М-
МК, возьмите вторую собаку. МК долго-то стоит. Окей. Так, меня захексло. Она отпустила собаку с МК или нет? Нет. А, сокру. Сокру отдайте. Спел. Глокфилл, тотем. ГГ-снип генома. А, оптикс сокру. Все, крест игра. Исполина просто прохил. Отлично. Давай тогда уже как крест добьем, отдадим эти БР. Две секунды разница, капельку вы закинули. Я просто флешу говорил. Да изи вообще не почувствовали этих королей. Поднимите исполина по ХП. Расмуса, поднимите Расмуса. Там не спрямость. Да не, нормально там. Подняли. Так, а ответи, Исполин, короля в сторону. Давайте в ромбик. Наверное, метка. Короля, отведите сейчас это. Короля забирает Расмус. Да, с Расмуса забираю сейчас короля. Оптикс, Исполин. Мелик отошли. Мелик отойди. Короля в другое место. Ну, кто-то ведет, не понимает особо, как его вести. Через рейд повел. Так, давайте по БР. Кару, БР Логруса, протест БР Валка. А, нет, у Кары нету. Значит, Кара с БР Логруса. Кару как откатится, бернешь Рогу. Да ну зачем? А потому что и так долго бить. Ну на Грула, блядь, мало. Что на Грула? До Грула еще 10 минут мы будем трэш бить. Чтоб, ну так просто, к осознанию. Понял. Бить его, там какой-то столб стоит, это вообще тяжко, дерево какое-то вон. Где твои метки? Блять, в смысле? Ну в смысле, я только что повесил. Светлана, мы били без метки. Да потому что он стоял там за деревом, я накидал метку, видимо, блять, в лос ушла. Да, оттяните его спиной, поставьте. Сам спиной в стену. Да не, ладно, уж так пьем, да и пьем. 50 тысяч.
Кстати, я почитал. А какой это фон, во-первых? Угу, ну какого-то там звёздная полоса. Короче, почитал Совиное 4Т4. Переосмыслил немножко этот урон его. И что-то такая хуйня получается. Это, ну, я побил манекена, я не знаю, будет ли в рейде этот прока чаще. Но в этом он типа супер хуево смотрится на бумаге. Я побил манекен, он супер мало прокает. А что за четвертый бонус? Там, короче, когда с ветки собаки... Нет, ну, короче, самая правая ветка. У тебя прокает ободрение или как-то так, не помню. Угу. Ну, короче, следующий каст, который мана не стоит. Ну, понятно. Стакаешь его три раза, три следующих спыла усиливается там на 15%. Ну, слушай, нормально там будет. Он вообще почти не прокает этот спел. Он там за бой у меня прокнул. Я загружаюсь медиком. 6 раз, 5 раз. Я вообще с медиком. Как фере стоит. Ну там дизайн, да, да. И никто урон. А-а-а, прошу. А что написано, цена не вооружена, да? Потому что, наверное, уже забрали. Нет, так урон прошел с крутилки. Дробяшку забрали просто у него, и все. Тебя ДК забрать? Зачем? Да, он заехал. 5 секунд выход. Т4 утонул. Хомно какое-то. Не, Кару. А, ну да. Шлим бесполезный. Ну, на трансфер, за что? Тебя такое. Да, да. Локовские токены что-то не особо хотят падать. Говорят, вы и так дамажите, идите нахуй. Ебать, где-то музыка на фоне, блядь. Джеймс Бонд какой-то играет. Гуляйте трэш, гуляйте трэш. Ты не получишь лут. Кстати, вот Невер этот. БР, который уже откатился. Ну, ладно, согласен, долго бита. Че, хилу кикают косты, че он там, бля, поднимается так часто, а не по хп. Да, жрецу кикайте все косты, кто умеет. Нет, там на пуле в другую сторону. Ну того забрал танк. Ну раз, может быть, там столько трита не набрал бы, без напулов. Дон, так что там со спиной? А, Карас, ты... А, ты тиральнул, ну давай. Так это бисовый на аэродро. Так я вообще удивлен, что ее никто не спирал. Так он вроде роль дал, а нет. А, ты даже не этот не кидал, по-моему. А, нет, кидал. Он кинул. Я... Кидал. Да он проигнорировал. Да понятно. Недолюбливает как раз. Все потому, что дубовую не жмет.
О, понимаю. Да жмёт, жмёт. Ой, я ему чуть хп не дал за этот матч. Ебать, а можно мне так напутать? А я не против. Слушай, я готов весь шмот лутать, который нужен за ЕП. За ЕП, да? Да. Типа, поработаю мусоркой, да? Пиздец, как не ходил. Я потом вам могу отдавать даже этот шмот, мне не трудно. Главное, ЕП лутануть. Бля, три воющих подряд прокнуло, пиздец. А что здесь, три хила прохилят? Может, реально одного в ретрика? То, что кажется, прохилят. Блять, я, кстати, сильно бурстит ружье, получается. Относительно арбалета. Мусорно. Не нет, знаю, относительно арбалета, просто... конечно. Арбалет там еще хуже. Который, ну, в смысле, этот. Угу. 39-й. А ты заберите с меня. И с меня. Ничего, еще 10 дней фарма, блять. Да он сам себя напулил, и потом такой, заберите тебя. Сам себя напулить нельзя, как бы. Держу в курсе. Застрелиться, блядь. Слушай, ты так будешь пожарить? Слушай, а что это происходит? Мой стан не кикает костры. Или он, они просто стан не проходят? Просто не проходит стан, по-моему. Будешь много пиздеть, да он тебя на пол отдавать будет. Да, на слушай, я тут реально бесполезный, лик смерти не проходит. А чё за бред? Вы можете кикнуть этот? Ну, да. Кикнуть каст, но стан не может сбить его. Потому каст? Что они не контрольные. Они подконтрольные мобы, поэтому у них не проходит. Ну, в них нет, в них станы, и это вся шушера не проходит. Никакого кика с интерапт работает. Да кашный кик спокойно кормите, работает. Кормите нас чем-то нормальным. Да слушай, не знаю, страшно. Спал вряд ли канал. Так, у кого сильнее, у Расмуса или у Оптикса танк? Ой, это не танк, а второй, кто там после танка? Ретрик, вот. По-моему, Оптикса, но это не точно. А, по-моему, Расмус, покажи танк. Надень. Ой, ДДшку. Не знаю, Оптикс... Ну, я... Хуёвый Ретрик. Да, у Оптикса сильнее, пускай Оптикс остается. А, ну слушай, у Расмуса хуже, да. Да, Расмус в танка. А у кого у нас лучше? Успел или Войд Ретрик? Фика, тебе тупо этот нажать. Успел, по-моему, у него 24. Да пускай пухи покажут просто. Ну да, или 24. На махе вообще халява убегает. Покажи себе. Ну, успел и этот... СПДш... Ой, как там он называется? Холик лучше. Нет. Давай. Не, давай, Войд в Ретрика. Попробуйте в три хила. Прохилите. Тебе не надо, испарин будет танчить. Тебе нужно стоять рядом и быть вторым по агро. Я буду тебя напуливать, чтобы ты оставался им. Таковым. Агро танчится точно так же, только ты должен быть первым по агро. Логика. Рыбодя. Здесь нет вот. Механик, нихуя. Ну, только подворачивать груля под этим, под милик чуть-чуть. Чтобы удобно было. Так, вы с Полина, да, напуливаем остальные? Обновите касочку, пожалуйста. Геру с пула отдаем, да? Нет. Не, после первой притяжки. Ладно. Так, и стараемся здесь не умирать. Давайте СС раздам. Я дам Кару. Нет, я дам Карасю. А ты дай спеллбаунду. Спейка в пятой пати. Ну потому что я их туда закинул. Понятно. Так а зачем? Под тотем только маги достойны. Я бы закинул себя, но смысла особо нету. Ну ладно, ладно. Давайте касочки по-братски, а? И пристабав.
Пошлите убивать. Почти. Фласочки перепейте, мы уже тут час с лишним. У меня закончились под конец. Уже час 20 уже прошло. Все, давайте, что мы ищем? Мы. Блин, ну отойдите вы от моего портала, че вы такие душные? На форсу, за гагасни, все прилетали. Ну мне на пул дать, ладно, успокойся. Кашка. Так, все. У меня чат другой, я не вижу, что все готовы. Все. Охуенно. Ой, осуждаю. Расмус. Расмус, набирай гробы быстрее. На пульте Расмуса. Куда? Я на поле. Расмус, ты с праведным? Просто стой, Расмус, в спину бей его, набирай гробы максимум. Дистанцию набрали? Дистанцию друг от друга. Массакра. Не успел. Пизда. Ну никто не то, что хорош. Геру. Блин, такое ощущение, что я не достаю до тотемов. Че, Расмус отдавать на пула? Да еще можешь отдать парочку. Может, надо было там чуть-чуть PvP шмота, ой, PvE шмота, на ретрика одеть. Да не, нет, нормально. Пока всего достаточно. Нам просто вас по агро оттянуть от миликов и все. Да миликов нету рядом. Ну и все. От завалов отбегайте, главное, не слакайте. Нам сейчас потери бойцов нельзя допускать. Удар земли. Кару, Иннер в спеллбаунда. Протест, Иннер в главхила. Нелла стоит, тут вообще никого нет. Можете сюда убегать, там еще пару человек. Ну просто свои же места убегайте, как и стоите, и все. Карас, Иннер сам в себя. Карас, у дубова отбеги. Вышел. Типа там его не видно было. ДБМ скачать. Метка. Какая метка? Ой, блядь. 30 секунд. Ты ж не пугай так. Лёш, какую-то метку на полу ищу. А чё я на полу? Бля, я думал, я что-то испугался, думал, что-то, блядь, по тактике проёбываюсь.
карту фитиш спелла. Можешь в него дать инер? А, когда вижу. Да, у всех когда инер, но и там почти половые. Надеюсь, сука, я меня пропнула, блядь. Протест Бэр Валка. После печеньки. Милики разбежались, а там где-то вас засыпает, алло. Протест Иннер в спеллбаунда. Кару Иннер в главхила. Спин прожимайся, когда сало дается. Флэш, дашь капельку в него сейчас? По-моему, рано дан, по-моему, рано надо стака начать. Да? Ну еще 7 лямов. Ну его успевают поднимать, ну так. Там Кара спускает дот, кидает. Тоже кидает. Я вообще не вижу. Давай на следующую, я не знаю даже. Каплю в исполину. Из флэш, каплю в исполину. У меня еще жертвы есть. Ой, хуёво. Могу сакру дать. Давай каплю в исполину. Раснус, каплю в исполину сейчас. Да изи вообще. Это точно босс? Ты думал трэш? Что там? Это... Один разбойник, прям совсем хуйня. Вообще хуйня. Оживляем мертвые мины. Суза, это не на тебя токен. Ну да, это токен, ну чего ты. В ГБ положу. Так еще и ральнул 96. Сильно хочешь получать? Оптик получается. Ну что, добирайте ФК людей. Вопрос такой, я сегодня ИК могу пропустить? Ну желательно нет. Ты видишь, нам не хватает для так людей. Ну да. Да, я понимаю, не хватает. Просто пиздец, я сижу уже прям засыпаю после работы. Кофеечка ебани, прям можешь вот так вот спороть руку, не только туда. Кофеечка, как раз ты, да? Да. Там энергия сверху занюхал. Если ты вольешь кофе себе в вену, ты почувствуешь это. Кофе по венам, да? Я тебе говорю, ты это почувствуешь. Так, ну что там, Бьорн, этот, кто-то не пришел еще? Сколько нам, 3 человека надо?